общественном месте. Будьте добры, пожалуйста, больше так не выражайтесь. Да. Ух ты, смотри, клиент какой-то зашел. Ты кто? Есть, красавчик. Да, почему без намордника? А? Смотрите, какие клиенты без намордника ходят. Опять пришел. Я же говорю, постоянный клиент. Дайте псу сосисок. Вы сейчас снимаете меня, выкладываете в интернет без моего ведома, без моего согласия. Я тоже на это согласие не давал, правильно? Извините меня, вас никто не снимает. Ну как? Всем привет. Можно, да, в руки взять? Нет, нельзя, только из рук. Хорошо. Антон Николаевич. Я-то не лицо. Без оборота на меня. Не вслух, пожалуйста. Я не вслух. Ну как не вслух? Я же слышу. Я читаю, чтобы для себя услышать. Это, утерялось доверие к вам случайно. Как так? Вот так. Бывает. Маску можно приспустить для исключения с фотографии? Я раз не прошу бороду запретить, потому что фотографии не соответствуют. А это не запрещено законом. Ну все, товар у вас остается. И он, наоборот, на вашей стороне. Мы на стороне закона. Народ. Серьезно? Да, не вы. Серьезно? Да. Я только за вас правильно все сделали абсолютно. Вот, ну хоть в этом поддержка от вас. От нас всегда людям поддержка. Серьезно? Конечно. Доверяет тем, кто проверен. Доверяй, но проверяй. Как есть, так и говорю. Вы сами точнее говорите. Были привлечены к ответственности. Подождите, а что за место составления? Балаково какой-то город? Вот. Это что такое? А зачем вы порвали? Юрий Григорьевич. Я не Григорьевич. Георгиевич? Таблетки попейте. Да? Каких? Глицин? Знаешь, что такое? Нет? Я не знаю. Врач обратился. Да зачем? Уплыл лосось-то. Без головы-то, без хвоста, без головы, без кишок уплыл. Я согласна, просто таял, наш косяк. Таял и сплыл. А есть еще детская, там уголовная статья уже. Да любая просрочка – это печально. Я говорю, в кино посмотрите. Кино? Да. Это есть случаи по стране. Якобы опечатанный товар возвращался обратно на витрину. Можем быть свободны? Конечно. Выражаю вам благодарность от имени общественности. Бери торт, иди на кассу. Да. Нормально берегли или? Да, нормально. Чума, довольны с тортом? Довольны? Конечно. Побриться вам надо, бороды – это зло. Ха! Борода – это сила. Это мощь. Все с бородами были.